Всем привет! Это очередной урок по программе Sibelius. И сегодня мы попытаемся выяснить, как сделать так, чтобы на нотном стане не был виден размер и в такт помещалась столько длительности, сколько вам нужно. Заходим в меню размеров, нажимаем английскую кнопку T. Здесь мы видим дополнительные параметры. Заходим. И вот здесь выбираем в этом меню другой. Здесь в верхнем поле выбирается количество, а в нижнем, собственно, количество каких именно длительностей. Выбираем, допустим, здесь. Ну, как это зависит от вашей музыки, что вам нужно. Ну, допустим, я выберу, к примеру, 20. Первых. Ну, то есть у нас будет 20 целых нот. Нажимаем ОК. И появляется синенькая стрелочка. Мы должны поставить это в тот такт, с которого вы хотите начать ваш так называемый безразмерный такт. И теперь вот мы можем проверить, сколько, собственно, целых нот здесь получается. Я на цифровой клавиатуре нажимаю цифру 6. Вот, и у меня появляются паузы. И я могу, допустим, выделить целый такт, нажать 6 столько раз, сколько необходимо для появления вот этих вот пауз. То есть здесь можно даже не считать, здесь ровно 20 целых пауз. То есть это 20 целых нот. И, соответственно, вы можете уже вписывать ваши длительности, как вам необходимо. Ну, теперь второй вопрос, как убрать этот размер, который, естественно, будет мешать. Нажимаем на самом размере правой кнопкой мыши и выбираем в меню «Показать», «Скрыть» и выбираем вот это вот подменю. Или нажимаем Ctrl-Shift-H. Все, этот размер будет скрыт. Ну, то, что он сейчас показывает, говорит о том, что в настройках стоит показ скрытых объектов. Если убрать вот здесь галочку, то исчезнет размер. Но при печати это видно не будет, даже если он сереньким у вас виден здесь.